Сегодня в Сочи основным способом управления многоквартирными домами является непосредственный. Теперь такой способ управления может остаться только в домах, количество квартир в которых меньше 16. Собственники должны провести собрание и выбрать способ управления, будь то ТСЖ или управляющая компания. Если же собственники жилых помещений не приняли такого решения, мы в рамках законодательства принимаем решение о том, что на доме способ управления не реализован. И путем размещения данного дома на публичный осмотр, то есть через торги, определяем в рамках того тарифа, который в сегодняшний момент на территории муниципального образования действует, выбираем сами управляющую компанию. Самостоятельно решить этот вопрос собственники смогут до 1 мая. Такая мера стала необходима после получения плачевной статистики. Более 57% заявлений в государственные органы содержат жалобы, которые связаны с ЖКХ. Если за домом следит управляющая компания, найти виновного в бедах жильцов легко. В случае непосредственного управления, особенно в многоквартирном доме, это невозможно. После лицензирования управляющих компаний с рынка может уйти около 15% фирм. Оставшиеся подвергнутся тщательному учету и надзору со стороны государства.